Я в парламенте Украины всегда брал бутылку, да, и показывал, ну, она пустая была, и показывал, вот, если только правильная система борьбы с коррупцией, то тогда инвестиции вот оттуда, вот с той стороны, где их много, да, они протекают сквозь тонкое горлышко страны, в которой борются с коррупцией, ну, какая, ну, которая еще есть, да, и они постепенно от этих стран уходят. Потому что в мире, друзья, очень много свободных денег, триллионы. И это не деньги частных лиц, это деньги инвестиционных компаний, которые не знают, куда их вложить. Потому что в коррупционные страны они не идут. Потому что там их заберут, там украдут, и в судах они ничего не выиграют.